В Северной Осетии идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. Специалисты меняют котлы и трубы, ремонтируют теплотрассы. Все работы по графику. Об этом сегодня Вячеславу Битарову доложил министр ЖКХ Майрон Томаев. Глава республики подчеркнул, что работа в этом направлении должна быть выполнена так же качественно, как и в прошлом. Подробности у Аланы Томаевой. К новому отопительному сезону начали готовиться, как только завершился предыдущий. Разработали дорожную карту. В документ вошли поручения, данные главой республики. Сегодня заслушали отчет об их исполнении. Всего в плане 193 котельные, 1500 километров водопроводных сетей, электрических 128 километров. Готовили порядка 2500 многоквартирных домов и социально значимые объекты. На сегодняшний день общая готовность объектов к отопительному сезону составляет 94%. Котельные – это 92%. Тепловые сети 93%, водопроводные сети 91%, 97% канализационные водоотводящие сети, 92% электрические сети и 88% это многоквартирные дома. Общая сумма затрат на сегодняшний день составила 274 миллиона рублей. Работу необходимо провести не только в срок, но и качественно. Вячеслав Битаров высоко оценил работу в прошедшем сезоне и призвал к тесному взаимодействию все профильные ведомства. Отопительный сезон 2019-2020 года считаю, что прошел успешно, но это не говорит о том, что не подготовившись, это ожидает нас и в 2020-2021 годах. Поэтому данный вопрос остается приоритетным для всех органов власти, для правительства республики, органов местного самоуправления тем более. И от того, как эффективно мы с вами сработаем, зависит комфорт и уют наших граждан в зимний период. На сегодняшний день подготовка к отопительному сезону проходит по плану и без сбоев. Все теплоснабжающие организации должны получить акты и паспорта готовности до 15 сентября. Алана Томаева, Хатагапоев, Новости Осетии.